Всем привет, друзья, с вами Гуф-Гуф, и сегодня, ребята, знаете что, я хочу кое-что прокачать на своем аккаунте. Давненько я уже что-то не качал на своем аккаунте, в последнее время я вот только фармлю, а последний день вообще просто даже не захожу в игрушку, последние дни, точнее, ребятушки, короче, смотрите, у меня тут почти все ресурсы собрались на синий наплечник, осталось только два шипа достать, и все, у меня все ресурсы есть для синего наплечника. Давайте сейчас я постараюсь как-то выбить вот этих два шипа. Возможно, я выбью их из рулетки, если повезет. А если не повезет, то поищем, ребятка, шипастика. Я немножко побегаю по серваках. А, блин, ребятка, тут разработчики немножечко поправили вот это все вот дело. Теперь бегать по серваках, ну, вам ничего не принесет вот эта беготня, потому что вы как заходите на сервер, вы там минут 5 ничего не видите. Ну, ни росточков, ни каких-то боссов, вообще никого не видно. Опа, 5 шипов. Ребят, если я вытащу сейчас 5 шипов, то это будет... Это будет бинго. Все, я просрал свои 5 шипов. Я не взял, вообще ничего не выиграл. Блин, к сожалению, только 25 лямов меда просрал. Блин, ну, вот засада. Был же шанс вот взять 5 вот этих шипов. И сейчас я бы себе купил уже вот эти вот, наконец-то, плечики. Давайте сейчас посмотрю. Посмотрю, что там, да как. Я знаю, где можно купить 2 шипа, это, ну, там 20 тикетов у меня есть или нет. Ой, сюда. Да, у меня 20 тикетов есть. И я сейчас вообще могу в любой момент себе купить и наконец-то улучшить свои плечи до максимальной прокачки. Так, сейчас, ребятка, я тут посмотрю, возможно, тут выиграю шипы. Так, 3 тикета. О, как хорошо. Воу, 10 тикетов, серьезно? Так, надо найти. Лол. Нифига себе, сколько я тикетов просрал. Вы серьезно, блин. Что-то я сегодня совсем не везучий. Я даже не знаю, возможно, мне лучше не улучшать вот эти вот... плечи, вот, мне только не хватает двух стинджеров, двух шипов. Короче, ребята, давайте я иду куплю вот эти шипы. И, короче, ребята, вы сейчас увидите, как же я хорошенечко себя прокачиваю. Сколько же мне прибавят вот эти наплечники вместимости. Ну, там у меня вот эти плечи дают 150 тысяч, а вот эти новенькие дают 100 тысяч. Ой, не 100 тысяч, а 250 тысяч. Получается, что я на 100 тысяч больше получу. Ребятка, но это не так. Я уже... Кто смотрел мой предыдущий ролик, тот знает, что у меня есть бонус. Ну, у всех есть бонус. Но у меня вот такой вот бонус, где он, сколько он там дает. Сейчас я вам покажу вот этот. Capacity Multiplier 696%. То есть у меня в 7 раз увеличится вот этих 100 тысяч. То есть я не 100 тысяч получу, а 696 тысяч. Ребят, 696 тысяч вместимости. Трындец. Просто трындец. Какой же я сейчас миллионер буду. Так, давайте-ка я вот этих побью. А, из этих мобов, к сожалению, не падают стинджеры. Блин, к сожалению. Ну ладно, давайте тогда пойду я куплю 2 стинджера, это 20 тикетов. Блин, как же не хочется тратить тикеты, эх. Кстати, 24 дня осталось, а я до сих пор не могу выполнить квест, чтобы забрать транслятор. Где этот квест, сейчас я покажу. Вот, Stick Bug Defense. Нужно убить тотемы вот этого стикбага и собрать токены из этого тотема. Блин, к сожалению, я вот 2 раза видел стикбага, и за эти два раза я видел, и я знал, что мне нужно делать. И когда я первый раз с ним боролся, я не понимал, что, ну, как этот квест выполнить. Потом я уже нашел, но короче, из 3 раз я только раз нашел тотем. Короче, окей, покупаем 2 стринджера,
стинджера, или как они называются, вот, 100 шипов, и по бырику телепортируемся в магазин моих наплечников. Короче, ребят, получается, что в том магазине я уже все вещи искупил. У меня вот масочка есть, у меня вот плечи красные есть, у меня пояс уже тоже есть, и, ребята, последняя вещь осталась из этого магазина. Сейчас я ее, ребятка, заберу. Так, давайте я скорпионов побью. Возможно, что-то выпадет. Эх, к сожалению, не выпал. А, гандроп выпал. Ну, хоть что-то. Одна гандропинка. Хоть что-то. Да, я вот даже одной гандропинке радуюсь, потому что, посмотрите, у меня 93 клея. Осталось собрать 7 клея, и мне уже полностью хватает клея на тот пояс, который я хочу купить за 15 миллиардов. Монетки, с монетками очень большие проблемы. Я, если честно, устал фармить. Очень сильно устал. Не хочется мне уже совсем фармить. Вообще как-то не по кайфу. И в АФК, ну, не так уж быстро фармится, если честно. Поэтому я даже хз, как мне еще накопить 7,5 миллиардов. 7, даже больше половины. Ой, трындец, я не знаю, ребят. Возможно, кто-то знает какой-то хороший способ, можете подсказать, я буду очень рад выслушать вас. Короче, заходим в магазин, открываем шоп и покупаем красные плечи. Ура! Наконец-то! О, все, у меня почти 11 миллионов вместимость. У меня вот тут, что вот эти синие плечи дают? 100% critical power. Вау, это очень классная штука, потому что критический урон, это вам, ребятка, не хухры-мухры. Это классная штука, то есть каждый критический урон у меня в 4 раза, даже больше, чем в 4 раза урона наносит или пыльцы из поля собирает. Короче, классно, классно, очень классно. Если настакать очень много стаков бомб, до 10 штук, и критом взорвать бомбы, усиленные вот этим стаком в 3,5 раз, то получается, что у меня бомбы будут взрывать, собирать пыльцы в 12 раз больше, чем там дается. Один тикет, серьезно, волк, что ты такой жадный? Блин, ну короче, ребят, вот так вот я уже выгляжу, вот такие вот они плечи, но почему-то они не симметричные. Ребятка, вот красные, они вот сюда вверх смотрят, а вот синие, они какие-то, ну... Что с ними такое? Что они как-то так некрасиво смотрятся? Возможно, так задумали разработчики, а возможно, они что-то напутали, потому что как-то, ну блин, не кайф. Вот тут вот пояс симметричный, маска симметричная даже. Нет, маска не симметричная, маска, ну, короче, давайте посмотрим к туннельному мишке. Возможно, он уже воскрес. Возродился, и сейчас я его хотя бы разочек на видосик убью, потому что я вот сколько видосиков уже записал по симуляторе пчелки, пчеловода, и до сих пор ни одного раза не записал, как я убил вот этого туннельного мишку. Ну, сейчас я его вообще на изи выношу. Так, что тут? Да, он появится сейчас. Давай, падай, мишка. Во. Не, ну не так быстро, как прям там топовые игроки, но... Как-то так, вот уже больше половины нету, больше половины хп просто улетело, снесло ветром. Так, что тут выпало? Так, сколько тикетов? 10 тикетов, о, уже хоть что-то. А старджелька выпала? Блин, боб выпал. О, глиттер, классная штука, глиттер, классная тема. Кстати, мне осталось, теперь получается, что... серьезно? 23 глиттера? Что за фигня? Эй, у меня же было больше. Лол, а где мои... А, точно, тут же на плечи 25 штук пошло. Блин, я думал, у меня... Я думал, меня взломали и потратили мои ресурсы, или игрушка залагала. Блин, я уже так сволновался. Короче, 27 глиттеров нужно для пояса. Блин, это 27 ростков. У меня с лунными шармами у меня проблем нет вообще никаких. Даже не волнуюсь по поводу этого. Но, короче, ребятка, сейчас будем копить ростки. Я хотел копить ростки для того, чтобы записать новый ролик фарма 50 ростков на этом поле. И сравнить уже, сколько ресурсов выпало. Потому что я в прошлом видосике, кто не смотрел, ребятка, советую посмотреть. Короче,
я там подробную статистику, ну, типа, я показал и все, но не озвучил это все дело. Ребята, мне просто очень, ну, как-то лень было, не буду ничего выдумывать. Да, я заленовался и не сделал все, как я задумал. Короче, вот такие вот делишки. Зафармил я туннельного мишку, наконец-то. И, кстати, я заметил, что игрушка перестала лагать. Возможно, скоро я убью краба. Да, ребятка, кстати, я убил впервые эту улитку. Убил, наконец-то, улитку. И мне дался вот этот амулет, который увеличивает на 1% гу. Вот эти липкие конфеты. На 2% защиту. И фарм из вот этих полей. Пенькового и одуванчикового. Короче, если честно, такой себе амулет. И, кстати, ребят, я улитку убил АФК. Я захожу такой в игрушку, смотрю, оба-на, амулет. Улитки нет. И елки-палки. Я не заснял вот этот момент. Эх, обидно. Обидно. Ну ничего. Ничего, ребята. Это мы все как-то потом попозже исправим. Все равно надо же будет еще убивать улитку, чтобы выбить новые амулеты, крутые. А вот эту какаху надо обязательно поменять, потому что это не амулет, а какая-то серьезно какаха. Короче, ребят, короче, вот такой вот ролик получился. На этом я с вами буду прощаться. С вами был Гуф. До скорой встречи. Всем пока. Всем бай.